11 июня на Театральной площади в 10 часов стартует танцевальный марафон «Все будет круто», а затем гала-концерт участников Всероссийского фестиваля «Адрес детства России». На улице Горького пройдет праздник кубанского изобилия «Гостеприимна и щедра кубанская душа». Родители с детьми с 10 до 16 часов в сквере Гудовича будет встречать молодежный арт-квартал «Молодежь Кубани – это сила». А в Ореховой роще будут ждать на игровых представлениях праздника «Пусть над нами солнце светит». В день открытия курортного сезона всем желающим будут предложены бесплатные квест-экскурсии по историческим местам Анапы. Новой точкой притяжения для любителей пляжных развлечений станет открытие водно-развлекательного комплекса «Бора-Бора» на Пионерском проспекте. В 20:30 шоу-программа «В ритмах южного лета» подхватит падающие с неба искры красочного праздничного фейерверка. И до полуночи Анапа будет купаться в волнах зажигательного танцевального карнавала. А 12 июня, в День России, на Театральной площади в 11 часов состоится праздничный концерт «Моя страна, великая держава». В 12 часов на спортивной площадке на Крепостной пройдут соревнования по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Завершится празднование Всероссийским летним рок-фестивалем «Родина зовет» на Театральной площади с 20 до 22 часов.